объявляю конкурс на невесту Прохора Шаляпина. Если вы готовы стать невестой Прохора Шаляпина, снимите оригинальное видео, которое доказывает, что вы лучшая кандидатка из всех. Возраст не важен. Желательно, конечно, покрасивее. Обязательно должна любить народные песни. Самое важное, что это должна быть не актриса, не певица. Гипопотамы мне не нужны, то есть понятно, то есть вот это все отметается сразу. Внешность соответствующая. Уровень дохода, ну, не на первом месте, но, конечно, я не откажусь. Из Копенкина надо взять жизнерадостность, отчаянность какую-то, да. Приплюсовать внешность Калашниковой. И получилось, как получилось. Если вы готовы стать невестой Прохора Шаляпина, снимите оригинальное видео, которое доказывает, что вы лучшая кандидатка из всех. Присылайте видео на адрес, который вы видите на своих экранах. Жду тебя.